Готовность номер один. Аграрии Брестской области совсем скоро приступят к заготовке кормов. Чтобы провести ее качественно и в срок, сельхозтехника должна быть исправна и подготовлена должным образом. Поэтому сейчас повсеместно проводятся технические осмотры, чтобы выявить и успеть устранить возможные неисправности. Сегодня техосмотр кормоуборочной техники проходил в открытом акционерном обществе «Агросад Рассвет» Брестского района. Там побывал наш корреспондент Юрий Печур. Брестская область сегодня лидер по производству молока в республике. А значит, и подход к заготовке кормовой базы для молочного стада тоже должен быть соответствующий. 600 различных комбайнов насчитывается в хозяйствах первого региона. 93% из них, со слов специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома, находятся в исправном техническом состоянии. Но прежде чем выпустить их в поле, они должны пройти еще и гостехосмотр на соответствие всем требованиям. На сегодняшний день уже, ну это текущая информация, 67% комбайнов прошли технический осмотр. Во всех районах государственный технический осмотр уже начат. И, повторю, 67% уже допущены к эксплуатации, к выезду с территории машинных дворов для заготовки кормов. В прошлом году для хозяйств Брестской области было закуплено 37 новых комбайнов. В этом уже приобретено 13 и еще 17 в планах. До 25 апреля в Брестском районе практически 90% всей кормоуборочной техники были осмотрены и проверены специалистами. Каких-то неразрешимых и проблемных вопросов не возникло. Сейчас влага есть, будет тепло и все, и мы пойдем уже, как говорится, с головой окунемся в кормозаготовку. Потому что если сейчас первый кос мы не соберем, это самое важное для нас. Вот, поэтому мы, в принципе, готовы. Успех дела зависит от того, как к ответственной работе готовятся непосредственно на местах. Ранняя весна нас не испугала, в принципе, мы готовы. Значит, буквально пару дней назад произвели техническое обслуживание энергонасыщенной техники, значит, подготовили, значит, воску, ну, машину, буквально там день надо для того, чтобы нарастить обрешетки, и мы готовы приступить к заготовке кормов. Вся кормоуборочная сельхозтехника Брестской области должна быть на линейке готовности и с пройденным техническим осмотром к 1 мая. Юрий Печур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».